Не, ну в принципе, ну сейчас устроим, чё? Сейчас 3 минутки. Сука, термобельё одевается крайне неохотно. Привет, Макс. Батя, надеюсь, это будет стрим с телефона, идем сразу до 15 рублей. Да не. У меня есть на самом деле бутылка. Так что сейчас сделаем. Да, я думаю, сойдет. Так, пацаны, сейчас найду, где там камера. Тут что ли? Да. Как говорится, вы готовы, дети? Немножко сюда, чтобы удобнее было видеть. Правильно все сделал? На самом деле я сам этого и не должен, чтобы это было эффектнее. В принципе, я знаю, как сделать так, чтобы это выглядело нормально. Блять! Сука, дотянуться не могу, блядь. Сука. Так. Видите, ребят. Так. Сука. Блядь. Сука, у меня колени еще сломаются, сука. Сука, как присесть на бутылку? У меня есть идея, пацаны. Есть идея. Так как бутылка слишком низкая, есть более, ну, такой читерский вариант. Нормально видно? Не, не туда. Сюда. Так. Топ-контент, ебать. Так. Правильно делаю? Во. Ну-ка. Нет, блядь. Не, пацаны, сидим. Бля, ну так это видно хуёво. Если я так сяду. Че будет-то? Ну-ка. Блядь. Сука, не выдерживает. Ой, бля. Ладно. Окей, так и быть. Сейчас, пацаны, схожу на кухню, может там что-нибудь есть. Так, пацаны, я нашел еще один вариант. Бля, еще хуже. Ну ладно, похуй, давайте попробовать. Да блять! Алло! Сука, коленки! Пощадите! Ладно. Окей, с боржоми проще. Ugh.
Дорогой не сдается. Твердый орех. За родину должен. Бутылку косяк. Бля, бля. Ну, сука, она не держится. Пацаны, что делать? Бутылка не держится. Она слишком хрупкая. Понимаете, пацаны, слишком хрупкая бутылка. Сука. Короче, хз, пацаны, что делать? Ладно, попытка номер три. Охуенно. Что, он сгибается, что ли? Она стеклянную? Так нет, стеклянный. Придерживай. Да не, нормально. Заебись. Четко. Пощаны и все. Вот так должен делать каждый нормальный уважающий себя пацан. Да и не очень. Ух! Сегодня эту ленточку носить. На сумке, можно в виде брошки, но я прекрасно помню... Блять! Слишком тяжелая жопа. Ладно, ребят, давайте будем считать, что контент свершился.